Спортивная школа Олимпийского резерва «Динамо Дмитров» регулярно проводит детские турниры по дзюдо как в Дмитрове, так и в районе. В субботу соревнования, прошедшие в ФОКе стадиона «Локомотив», были приурочены ко Дню защитника Отечества. Призы для победителей и призеров выделила Межрегиональная общественная организация патриотического воспитания «Потомки Евпатия Калаврата». Турнир проводился среди детей и юношей в трех возрастных группах – от 7 лет и старше. В церемонии открытия соревнований приняли участие герои России, президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих подразделений специального назначения МВД Российской Федерации, братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк, руководитель общественной организации «Потомки Евпатия Калаврата», ветеран боевых действий Сергей Зенин и руководитель проекта «Спорт для всех» Максим Михеев. Они поздравили детей и пожелали им успехов на ковре. По сложившейся традиции прозвучал гимн России. Перед участниками и гостями выступили творческие и спортивные коллективы. Затем началась борьба на татами. В этот день на ковер вышли более 300 спортсменов из Дмитровского района, Москвы и разных городов Подмосковья, а также из соседних областей. Воспитанники спортивной школы «Динамо Дмитров», как всегда, были на высоте и заработали в копилку медали разного достоинства. Победителями турнира в разных весовых категориях стали Максим Голованов, Илья Касаджик, Артемий Кузьминков и Илья Знаенков. Еще 20 юных спортсменов стали призерами этих соревнований.